товарищи, спокойствие. Держите организованно, товарищ Гиль, спокойно. Нет, нести меня не надо. Я дойду до машины сам. Нет, не в больницу, не в больницу, только в Кремль. В Кремль. Простите, товарищ, это кровь, я могу вас запачкать. Ну зачем же вы рубашку с себя снимаете? Ну спасибо, я верну вам. Нет, домашних предупреждать не надо. Эк, не видали, с каждым милиционером такое может случиться. Нет, нести меня не надо, я дойду. Я эту лестницу хорошо знаю. Всего 52 ступеньки. 28, 29. Только снимите с меня пиджак, мне так легче. Пиджак тяжелый почему-то. 51, 52. Здравствуй, Манеж. Вот видишь, юдовина какая-то получается. Подкузмили мне руку. Ну что ж делать, покушение — это профессиональная опасность, политика. Нади, скажите, что легко ранен. Конец. Тогда так спрошу, скоро ли конец? Нет, я не барышня, я такой же боец, как на фронте. И мне нужно знать правду. Остались кое-какие делишки, я должен еще успеть поговорить со Свердловым. Ну что ж делать, всегда это не вовремя, всегда что-то остается. И еще... Меня проверял рабочий. Он снял с себя рубашку. Надо помыть и вернуть. Лучше новую. Скажите, Нади. Я фамилию не помню. Но это был рабочий. Он должен был уходить на фронт. Это наш золотой запас. Их трагедия. Первыми идут защищать революцию. Первыми гибнут. Кто взамен? Кто взамен? Сохранить, сохранить. Не растранжирить. Это дрожжи, это фундамент. Вот в чем гвоздь. Станки наши стоят рядом. Живем рукой подать. Я в партии с 4-го года, он немного раньше. Все вместе, все пополам. Мировой октябрь, гражданка и так далее. Но на заводе снова встретились. Кругом народ новый. Мы это, знаете, брехню агитации не уважаем. Глядим, смотрим, где надо, слово говорим. Зовут его... Ян Карлович. Из латыши? Вот точно не скажу, не интересовался. До революции было у нас одно желание – книжки читать. А началось все с писателя Герцена, который прямо указывал, что книга есть духовное завещание одного поколения другому. Приказ часового, уходящего на отдых, часовому, заступающему на его место. А как часовому? Говорю, близко к писателю, память незагруженная, схватывает в раз. Книга есть приказ часового, уходящего на отдых, часовому, заступающему на его место. А, спасибо. Да. Ну, раньше по вечерам на почве некоторой усталости мы за кружкой задумчиво отдыхали, а тут началась, ну, форменная горячка. Читаем, запоем и других втягиваем. Карлыч за месяц 12 проглотит, я иногда больше, другой раз... Наоборот, ну, ругаемся так, что баба нас на улицу выгоняет, потому что не все нам равно, как и куда дело идет и кто поведет. А тут однажды приходит Карлыч без лица, в конец угрюмый, коммунистический дух у нас обоих крепок, нас ничего не сломит, окромя пули, и в целях мы с Карлычем сходимся, только по дорожке разным глядываем от того и собачимся иной раз. А тут я его не узнал. Что такое?
слушал доклад нарком военно. Так, мол, и так, говорит Карлович, международная обстановка не располагает, мировой революции не пахнет, а без нее мы социализма не построим, поэтому хозяйственное возрождение России возможно только через военизированный труд в городе и в деревне, а промышленность будем развивать за счет крестьянина и его разграбления. Выхода, говорит, действительно другого никакого нет. Приходится, скрипя сердце, согласиться и так и далее. Но тут, конечно, дело я не вытерпел. Вскочил и накричал. Что попало? А что же вы накричали? Ну, одно я кричал, что будет он рыдать от своего хамства, но фактов не приводил. Карлыч говорит, да не лазь, я и так как больной страдаю. Сознательно мне объясни. Взял я неделю на подготовку. Товарищ Бутусов, извините, откуда я вас знаю? А я у вас перед НЭПом был, когда из Сибири возвращался. Перед НЭПом? Простите, я не помню. Извините, я вас перебил. Так, взяли вы неделю на подготовку. Народу собралось нас с Карлычем рассуживать, но прям плюнуть и то некуда. И тут Владимир Ильич, как я вмазал план социализма. Так все зарыдали от своего хамства. Все, кроме Карлыча. А что же вы им сказали? А я с ваших слов, Владимир Ильич. С моих? Ну, а зачем же я неделю-то брал? Читал, вникал, продумывал. Я сложность в мыслях, какая своим умом доходил. Можете проверить. Ну, хорошо, а все-таки что же вы вмазали? Ну, как многим известно на собственной шкуре, говорю им официально, но ежели какие искажения, вы мне так прямо сразу и указываете. Причина мировой несправедливости частной собственности. Ранее неизвестная нам, она осуждена даже Библией. Но это пока мои слова, дальше будут ваши. Вместо частной собственности каждый стоящий на земле человек, независимо от происхождения национальности, мечтал о коллективной, но как это сделать, никто не знал. Карл Маркс первым узнал и всем рассказал. Через революцию, для которой класс нужен и партия. Ну, класс в России был. Как партия была построена, это на личность переходить не будем, и так знаем. Значит, партия есть, класс есть, как в результате революции случилось, тоже известно. Только начали было новую жизнь возрождать, пришлось отвлечься, защищали военным способом. Только опять дело подошли, голод начал душить, придумали НЭП, по научному защита революции экономическим путем. Подпустили маленько капиталиста. Со старыми замашками, как капиталиста, за шкирку, к стенке и кончай. Нет, вот ты работай лучше него, делай больше него, торгуй дешевле него. Тогда он сам зарыдает от своего хамства и без всякой агитации окончательно поймет кто кого. Владимир Ильич, может я что-то не то, а то вы все улыбаетесь. Все так, убеждены и говорите то, что думаете. Тогда перехожу к главному. Это план социализма. Но если скажете, что что-то неверно, я и с вами спорить буду. Не придется. Ну, теперь всем ясно. Будет промышленность, будет рабочий класс, будет металл в деревне. Чем больше металла в деревне, тем больше в нем социализма. Если мужик тянет лямку в одиночку на своем клочке, маленький, он капиталист. Если же он объединяет с соседом самодобровольно, дверь социализма стучится. Если мужик не только свое имя писать научится, а он Белинского или Гоголя с базара понесет, металл в деревне в кучу ржавого железа не слипнется. Одно из другого вытекает, третий переходит, и все вместе по-научному называется так. Круговорот марксизма в России. Ну хорошо, а почему Карлыч не зарыдал? Так ведь вот в этом все дело, Владимир Ильич. Задает мне Карлыч вопрос. Да. Читал ли я социалиста Томаса Мора, да, или, спасибо, или, допустим, французского писателя Эмиля Золя, а именно роман «Деньги». Я к тому времени указанных писателей не читал,
чему признался. Если, говорит Карлыч, ты против принуждения рабочего человека и военизированного труда в городе и в деревне, то ответь мне на вопрос, который мучил основателя утопического социализма Томаса Мора и его последователей. И при всем стечении народа зачитывает мне место из книжки. Если вы, Карлыч, будет все общим, то каким же образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его к ней не будет вынуждать расчет на личную прибыль? А с другой стороны, надежда на чужой труд дает основание лениться. Так, поразительно интересно. Ну и что же вы? Я вот молчал долго, Владимир Ильич, а потом взял месяц на подготовку. И вот завтра кончается. Ну, хорошо. Ну, и что же дальше? Ну, я сначала книжки собирал, какие можно было собрать. Вот даже Адама Смита купил. «Исследование о природе, причинах богатства народов, Санкт-Петербург, 1866 год», в трех томах. Ну, и, конечно, всех читал, и Томаса Мора, и Фурье, и, конечно, и Золя, и Маркса с Энгельсом, и вас заглядывал. Владимир Ильич, должен прямо сказать, вопрос непростой. Можно даже сказать, заковыристый. Еще какой. Знаете, сколько людей ломало голову и будет ломать? Товарищ Ленин, вот социалисты, которые до нас работали, сходятся на том, что дело может поправить соревнование. Но что это такое, с чем его едят, умалчивают. Вот пишут, что им ясно. А поди проверь, когда их уже никого не осталось. Ясно им или одна видимость? Владимир Ильич, я, может быть, что-то не то, то вы все улыбаетесь. Нет, смешно я смеюсь. Так? Может быть, от радости смеюсь. Вы знаете, товарищ Бутузов, я ведь тоже занимался вот этой проблемой. Буквально через месяц после октября даже написал статью, как нам организовать соревнования. Ой, не встречал. Она так и осталась неопубликованной. Вот посмотрите, может быть, она вам поможет ответить Карлычу. Побуждать к труду при социализме должно, конечно, не принуждение, не палка, а желание быть впереди, подкрепленное соответствующим моральным и материальным вознаграждением. А как это устроить? Не знаю. Но задача ясная. Нам надо, чтобы соревнование в его незверских, а человеческих формах работало значительно лучше, чем конкуренция. Ну а как этого добиться, давайте спросим рабочих. Пусть они тоже поломают голову над этой проблемой. Уверяю вас, они найдут такое решение, которое нам в кабинетах и присниться не могло. Только дайте им возможность. Да ведь не каждого обрадует такая возможность. Ведь есть любители, чтобы за них дядя решал. Да мы не их будем спрашивать. Или не тех, кто любое слово возьмет на веру. Лишь бы оно было от дяди из кабинета повыше. И не тех, кто скажет против совести. Мы спросим от таких, как вы. Но когда каждый рабочий начнет искать ответы на волнующий вопрос у Адама Смита, Карла Маркса, ну, думаю, тогда вообще проблемы стимулов к труду существовать не будут. А как? Вот насчет социализма-то. Сумеем одни? Обязательно сумеем. Если не будем ослами, не будем слушать теоретические упражнения нарком военно, а послушаем, не социализм будем строить, а займемся искусственным подталкиванием мировой революции, милитаризацией страны и внешнеполитическими авантюрами. И напрочь забудем, что такое демократия. Нет, он говорит, что он не против демократии. Ну какую демократию признают эти любители завинчивать гайки? Партии очень хорошо известно. Это та демократия, которая признает народ как бессловесное стадо. Зачем? От имени которой вещает и вершат судьбы людей. Зачем же так расстроены? Нам далеко не безразлично, как? Как будет построен социализм? Зачем я начал про этот доклад, Владимир Ильич? Я ведь даже не спросил, как вы себя чувствуете? Да хуже. Ой. Знаете ли, хуже, чем мне бы хотелось. Ну ничего. Останется РКП,
останутся надежные товарищи, я уверен, я убежден, они доведут дело до конца. Владимир Ильич! Ильич, давай скуем! Все намеченное тобой! Мы скуем! Вот тебе крест! Пишите дальше. Вместе с расширением Центрального комитета я считаю также необходимым расширить и Центральную контрольную комиссию. Я предлагаю съезду выбрать 75-100, цифры все, конечно, примерные, новых членов Центральной контрольной комиссии из рабочих и крестьян. Да, 75-100 передовых просвещенных рабочих и крестьян, которые ни слова не возьмут на веру. Не побоятся никакой борьбы за серьезную цель. Они должны будут составить сплоченную группу, которая, невзирая на лица, должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, никого-либо из других членов ЦК не мог им помешать сделать запрос, проверить документы и добиться полной осведомленности и строжайшей правильности дел. Все, Владимир Ильич, все ваше время кончилось. Я прошу еще одну минуту. Незаконно взяли несколько лишних минут. Сейчас медсестра мне вообще пускать не хотела. Скажите, Сталин передал вам документы? Какие? Ну, те самые, которые он не хотел мне давать. Грузинское дело. Василий Виссарионович очень обеспокоен вашим здоровьем. Да, я это очень хорошо чувствую. Скажите, вы получили эти документы? Да, я получу сегодня вечером. Ой, если б я был на свободе. Я легко бы все это сделал сам. Владимир Ильич, наше рабочее время кончилось. Ну хорошо, но разговаривать мы можем. О чем? Разумеется, только не о политике. Если только не о политике. У вас новая кофточка, она вам очень идет. Спасибо. Скажите, а сколько вы заплатили за эту кофточку? И сколько такая кофточка могла стоить в прошлом году? Ну, Владимир, все такие мелочи. Нет, эти мелочи, Лидия Александровна, называются стабилизацией рубля. А такие мелочи, что Кашира вышла на плановую мощность. Откуда вы знаете? А Донбасс дал вчера лишних 7 эшелонов угля. Откуда вы знаете? А урожай настолько хорош, что Политбюро приняло решение о снабжении хлебом как учащихся, так и учащихся. Владимир Ильич, откуда вы знаете? А подпоручик Орли Горли, который торжественно объявил в Париже, что прекращает борьбу с большевиками, так как это все равно, что мне плевать против ветра. Вот эти мелочи, Лидия Александровна, позволяют нам говорить, что мы уже социализм протащили в повседневную жизнь. Владимир Ильич, у вас была газета. Да, была. Заходила одна. Выглядит довольно симпатично.
покалякали с полчасика. Не скрою, был пленен. Хотел бы повидать еще. И не раз. Ну, Лидия Александровна, ну пособите святому делу, а? Да, наверное, Володичева. Намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Владимир Ильич, я рада, что у вас хорошее настроение. Мы имеем сегодня все необходимое для полного социализма. Власть на средства производства в руках государства, государственная власть в руках пролетариата. Союз этого пролетариата с миллионами мелких и мельчайших крестьян, его руководство ими. Так в чем же дело? А где же социализм? А в том-то и дело, что между нами и социализмом лежит глубочайшая пропасть недостаточной цивилизованности и полуазиатского бескультурия. Для полного социализма нам нужен не теперешний обыватель и не теперешняя производительность труда, но строить социализм и себя будут именно эти люди. Нам нужен такой уровень цивилизованности, такая глубина культурной революции. Что? Что случилось в Тифлисе? Серго, Владимир Ильич, ударил одного националиста в лицо. Значит, правда. Ну, грузины, Владимир Ильич, очень горячие люди. Ведь Серго представлял в Грузии Москву. Центральный комитет, от него ждали справедливости, а не кулаков. Что скажут люди, что продолжается опять старая царистская политика, прикрытая названием коммунизм? Боже мой, в какое болото мы скатились. Хорошо, хорошо, Владимир Ильич, допустим, Серго виноват, что не сдержался. Вы знаете, в борьбе с чем и с кем он сорвался? Знаете ли вы, что когда люди, обезумевшие от голода в Поволжье, бросились в Грузию, группа грузинских социал-националистов, как их совершенно справедливо называет товарищ Сталин, во главе с Пудум Дивани, провела закон о закрытии границ и выставила перед несчастными беженцами позорные пограничные заслоны. Да знаете ли вы, что теперь грузинка, вышедшая замуж за армянина, русского, короче, человека другой национальности, автоматически теряет грузинское гражданство? Да знаете ли вы, что эта группа не мытьем, так катаньем все время пытается ликвидировать Федерацию Закавказских Республик, Армении, Грузии, Азербайджана, идею которой выдвинули вы? А почему их не устраивает федерация? Да потому что в федерации Грузия теряет то привилегированное положение, которое она имеет по своей географии. Значит, воюй против федерации, против Серго, который стоит во главе этой федерации, борется с этим сепаратизмом и социал-национализмом. И когда на твои попытки остановить, образумить, тебе в лицо бросают личные оскорбления, Владимир. От меня Серго защищать не нужно. Я принадлежу к числу его друзей еще со времен эмиграции. И без таких людей не было бы партии, не было бы революции. И тем более, и речь сейчас идет не о борьбе партии с местным национализмом, а о методах этой борьбы. Я же объяснял, я же просил по отношению к каждой нации мягкости, осторожности, уступчивости, величайшей деликатности, что никогда не исключает принципиальности. Успокойтесь вы, Владимир Ильич, зачем же так убиваться? Товарищ Шарков, вот вы один из руководителей наркомата национальности. Да какой я руководитель, Владимир Ильич? Оторвали от станка и бросили в море океан. Скажите, вы всерьез когда-нибудь задумались об опасности великодержавного шовинизма в такой стране, как наша? Товарищ Сталин всегда предупреждает нас об этом. Великоросский шовинизм, говорит он, ползет бесформенно, без лица. Капля за каплей впитывается в глаза и в уши. Капля за каплей так изменяет душу некоторых наших работников, что порой рискуешь этих работников совершенно не узнать. Да, но задача в том, чтобы не только объяснять мир, но его и переделать. Как? Как? Вот в чем гвоздь. Сегодняшняя история с Серго — это отрыжка всей этой затеи с автономизацией. Пролетарии всех стран, соединяйтесь вне зависимости от национальной принадлежности. Вот классовый подход. Ильич на этом настаивает. ЦК партии просил сообщить точку зрения на проект Сталина. Предусматривается формальное вступление независимых советских республик Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР на правах автономных республик.
все центральные учреждения перечисленных республик будут отныне подчиняться высшим органам власти РСФСР. Так, значит, со своей независимостью, что дал им Октябрь, наши республики должны распроститься, так? Армения согласна с проектом, Азербайджан согласен. Грузия считает проект преждевременным. Объединение хозяйственных усилий и общей политики считает необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости. Белоруссия за сохранение существующего положения. Каждая республика имеет с РСФСР свой договор о союзе. Украина проект не обсуждала, но исходит из того, что РКП стоит на точке зрения признания самостоятельности Украинской республики. Итак, комиссия ЦК принимает проект и передает на решение пленума ЦК партии. Предложение рассмотреть проект в первичных ячейках каждой республики отвергается. Это неслыханно! Это неслыханно! Три республики из пяти против! А комиссия ЦК все-таки утверждает проект и не хочет услышать мнение коммунистов из других республик. На нас смотрит сейчас весь мир, особенно просыпающийся Восток. Как будут большевики переходить от слов к делам? Как они будут строить свое государство, убеждать, апеллировать к сознанию, разуму, завоевывать доверие, терпеливо ждать, пока сами люди не скажут, да, мы этого хотим, или будем принуждать, подталкивать, гнуть людей там, где нужна добрая воля. Ни в коем случае не вступление в РСФСР на правах автономных, а объединение вместе с РСФСР, Союз Советских Республик. Мы признаем себя с ними вместе наравне, вот именно, вместе и наравне. Входим в новый союз, новую федерацию, Союз Советских Республик. Я прошу с этим моим проектом немедленно ознакомить всех членов Политбюро, обсудить его и принять решение. Ильич собрался на войну в защиту независимости. Нужна, по-моему, твердость против Ильича. Это же национальный либерализм. Это просто уточнение некоторых пунктов сталинского проекта. Нет! Нет, это не национальный либерализм. Это не уточнение некоторых пунктов сталинского проекта. Это принципиально другое. Совсем другое. Я сильно виноват. Я сильно виноват перед рабочими России, что из-за своей проклятой болезни чуть не прошляпил такой жизненно важный вопрос. Великорусскому шовинизму объявляю бой. Не на жизнь, а на смерть. Владимир Ильич, если вы сейчас не успокоитесь, я уйду не спросясь. Вот уже. Товарищ Орлов, знаете, я с детства помню, как у нас на Волге третировали инородцев. Поляк иначе, чем политишка, не называли, финн чухна. Татарин князь, украинский хохол, грузин там или какой-нибудь другой кавказец, кавказский человек. Какое бесконечное количество насилий, оскорблений с нашей стороны должны были сносить наши инородцы. И поэтому теперь, вот если мы хотим создать атмосферу доверия, мало прокламировать формальное равенство, мало отменить юридическое неравенство, надо покончить фактическим. Согласны? Да согласен-то я согласен. Это бесконечно сложный вопрос. И тут, конечно, не последнее слово за культурой. За культурой и идейной зрелостью человека и общества. Вот вы знаете, Маркс любил проверять сознательность знакомых социалистов на национальном вопросе. У него это называлось «щупать больной зуб». После беседы с Марксом у некоторых товарищей появлялась щербинка во рту. Не стоит ли нам почаще проверять свои зубы, а, товарищ Орлов? Ох, и задачки вы ставите, Владимир Ильич. Вот мы сейчас начали строить Союз Советских Республик. Пленум ЦК единогласно принял эту формулу вместе и наравне, но это только начало. Вы знаете, сколько нужно сделать, чтобы вот так, как стоит сегодня национальный вопрос, больше никогда не стоял? Возьмите Казахстан. В Средней Азии, это же колония, почти 100% уровень неграмотности сегодня. А завтра расцвет. Расцвет, каких не знала история человечества. Каким образом? В первую очередь подвигом русского народа, русского рабочего класса, который даст окраинам свои фабрики, людей и средства. Так а нам-то что останется, Владимир Ильич? Ой, товарищ Орлов, вы, оказывается, тоже мучаетесь зубами. Вы знаете, мы еще не один раз докажем, что великорусская нация способны дать величайшие образцы подлинного братства. Шовинизм, национализм – это ведь в сущности нищета. Нищета духа, нищета культурная. Какими бы побрякушками слов она ни прикрывалась.
Вы что приуныли? Считайте, что дешево отделались. Вот если вам с Марксом говорить пришлось, вообще без зубов остались. Мы в идеале за слияние наций, за ликвидацию национальных перегородок, потому что коммунизму совершенно безразлично, какова ваша национальность. Ну, до этого дня надо доработаться. И тут опять-таки не последнее слово за культурой, за культурой человека. Но каждая дорога начинается с первого шага. Я хочу дополнить письмо к съезду. Пишите. Сталин слишком груб. И этот недостаток вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на его место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, а именно более терпим, более лоялен, более вежлив, более внимателен к товарищам, меньше капризности. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью, но с точки зрения предохранения партии от раскола и с точки зрения, написанной мною выше, о взаимоотношениях Сталина и Троцкого, это не мелочь. Или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. Решающее значение. Владимир Ильич! Да. Вы дальше будете диктовать? Нет. Что-то сегодня трудно идет. Труднее, чем обычно. Серго выздоровел? Да. А как чувствует себя Фрунзе? Уже все в порядке. Вот светлая голова. В Киеве он прекрасно разворачивает. Вот вам пример высочайшего морального авторитета революционера. И не в силу того, что он занимает руководящее положение в партии, а напротив, он занимает это положение в силу своего авторитета. Таким авторитетом обладал Яков Михайлович. Яков Михайлович. Что на воле? Я спрашиваю, что на воле? Опять мороз? Да, еще какой. Какой? Какой мороз, я спрашиваю? Но об этом мы можем говорить. Это меня никак расстроить не может. Не может? Владимир Ильич, вы извините меня. Я уже запуталась. Что можно говорить? Чего нельзя? 19 градусов. Да, мороз и солнце. День чудесный. Только условия. О политике ни слова. Отдыхать так отдыхать. Кто нарушит, с того миллион. Договорились. Давненько не брал я в руки шашек. Итак, мы начинаем. Миллион. Намек на дискуссию. Да, уж без политики, так уж без политики. Давненько не брал я в руки шашек. О, дайте мне свободу. Еще миллион.
требование свободы голосования. Да уж, придется. И ты, Брут, ты уж лучше молчи, а то разоришься. Гони, гони, гони. Так, шах Калантайшин. А мы ЦК вилочку возьмем. А мы этого рядового товарища по фамилии Пешка из ваших рядов изымем. По миллиону каждый. А ведь не зря ему дали эту кличку. Шпилька. Санта Лючия, Санта Лючия. Намек. Намек на Генуэзскую конференцию. Нет, извините, это не аполитанская песня. А конференция была в Генуе. Миллиончик с вас за необъективность. Протестую, песня итальянская. Конференция в Италии. Гони, гони миллион. Нас двое, абсолютное большинство. Нет, вы знаете, пока Шпилька перепилит свой ящик, мы так в трубу вылетим. Давайте-ка лучше нашу, любимую. С текстом, который подгулял? Это что, намек на брошюру Калантай? Растворил я окно, стало душно и в ночь. Что, плохо? Боюсь, что уже поздно. Что, совсем плохо? Совсем плохо. Владимир Ильич, туда нельзя, вы можете заразиться. Сейчас это не имеет значения. Нет, нет, это испанка, это страшная заразная болезнь. Если вы заразитесь, мы ничем не сможем помочь вам. Вы не имеете права рисковать. Я не заражусь. Я не пущу вас, Яков Михайлович, уже трудно помочь. Скажите, он в сознании? Буквально на 1-2 минуты приходит в сознание. Я не пущу вас, вы не имеете права рисковать собой. Владимир Ильич, будьте же благоразумны. О каком благоразумии вы говорите? Простите. Простите, это мой товарищ. Владимир Ильич, я знаю, что я делаю. Яков Михайлович. Яков Михайлович, дорогой вы мой человеч. Вы мой самый старый и самый надежный товарищ. Кажется, знаю вас 1000 лет, а познакомились всего лишь весной 17-го. Видите, так мало и так много. Мы с вами никогда не говорили об этом. Знаете, я был самым счастливым человеком. Я никогда не волновался за тыл, за спину. Я всегда знал, что там вы. Я и сейчас вам не скажу всего того, что чувствую, как и чем вам обязана революция. Если бы можно было бы, сюда пришли все наши товарищи, а не там, у дверей. Мы вас очень любим, Яков Михайлович. Очень любим. Да-да, я слышу. Конечно, конечно, вы вернетесь. Возьмем с вами отпуск. Дней на 30. Куда-нибудь махнем. Что, хватанул, да? Ну, на 5 дней можно. А то возьмем с вами лодку, а? И на какой-нибудь остров. И ни слова о политике. Сколько мы с вами так выдержим? Ну, 10 минут я ручаюсь. Владимир Ильич, он уже не слышит вас. Нужны вожди. Великие революции
ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными. Мы дали народу возможность самому вершить свою судьбу. И все увидели, как из его глубинных источников поднялись такие люди, в руки которых не страшно будет передать дело всей нашей жизни. Мы только начали. Им придется продолжать. Перед ними встанут такие вопросы, на которые 70 марксов не ответят. Пусть им поможет память о человеке, который всегда был символом преданности революционера своему долгу. Память о пролетарском вожде, который объединял вокруг себя самых разных людей и умел помочь каждому отдать революции самое лучшее, самое деловое. Нет больше тяжести, чем провожать друзей в последний путь. Единственное, что примиряет, мы уходим, а революция остается. Прощайте, Яков Михайлович. Прощай, друг. Там пресс-конференция? Пока нет. Я сразу принесу. Волнуетесь? Благодарю. Вы знаете, у нас с Георгием Васильевичем все оговорено, но это наш первый серьезный выезд за кордон. Если бы вы сами поехали. Ну что вы, я дилетант. А Чичерин, он дока, профессионал. И послали мы туда могучую кучку. Посмотрите, Воровский, Радзутак, Литвинов, Красин, Йоффе. Ну и, конечно, сам Георгий Васильевич. Леонид Борисович Красин, какая эрудиция, какая способность привлекать к себе людей. Да, он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны. Да, и так не только в наркомате Чичерина. Нет, Европа определенно беднее нас талантами, определенно беднее. И Кубинчан, сеньор, это изморательно. Дамы и господа, от имени советской делегации в Генуе я готов ответить на все ваши вопросы. Нью-Йорк Таймс. Мисс Миннесон, this conference in Genoa is the first appearance of the Soviets in the international arena. What political program did you come to Genoa with? Три наших принципа. Параллельное мирное существование, всеобщее сокращение вооружений и дополнение правил войны запретом ее наиболее варварский форм. You know, the relations between the two camps confronting each other is the basis for international life as a whole. That's why we suggest
These relations were built on the principles of peaceful coexistence, complete reduction of armaments, as well as the suffering of observation war, with the better and most various forms resulting in destruction of peaceful population. Marie-Soir, mais comment peut-on concilier tout cela avec votre idée d'imposer votre régime aux autres pays à force des baïonnettes? Вредоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать осчастливление, не подрывая этим свои собственные победы. Навязывать, совершать преступления. Мы будем отстаивать социализм штыками, но это совсем другое дело. Pour ce significa mettre en crime. Nous allons défendre le socialisme. Benet, c'est même certes fait autre chose. Monsieur Giro, signor ministro, se la capisco bene, lei propone di interdire la guerra, la violenza può avere modo di risolvere le divergenze fra i popoli. Sì, quel senso della coesistenza. Ma non si può interdire la repressione, non si può interdire al popolo di Charlie Tirano, non si può interdire alle operaie di ridicare le condizioni umane nel lavoro. Mi pare... Un attimo! Intravedere noi la missione alla mano di Mosca non significa ingannarvi. Signor Ministro, lei non è a casa sua. Siamo alla conferenza stampa. Siamo noi che facciamo domande a lei risponde. Credo che risposte in forma di domande. A voi dei satisfatti? Oui, madame. Paris! Gazeta Ruskaya Slova. Гражданин Министр, как совместить ваши постоянные разговоры о мире с разгулом насилия внутри страны? Когда будет отменена смертная казнь? Когда прекратится террор? Лучше, чем сказал один знаменитый француз, не скажешь. Пускай смертную казнь начнут отменять господа убийцы. Никто в мире не хочет прекращения террора так сильно, как мы. Для этого нужно совсем немного. Перестаньте убивать нас пулей, словом, коррупцией, взяткой. Конечно, 22-й, не 18-й, мы настолько окрепли, что можем все чаще и чаще быть великодушными. Но на будущее пусть нас не считают дураками. На каждую попытку ударить нас словом или делом, подорвать коррупцией или взяткой, мы будем отвечать. Я подчеркиваю, отвечать. Partout les mains sont des droits des pacifistes, on se droit aux pacifistes. С пацифистом так будем торговать, что милитаризм сбоит. Avec le pacifiste, nous allons un tel commerce qu'elle mettra le militarisme. С пацифистом так будем торговать, что милитаризм сбоит. Avec le pacifiste, un tel commerce que cela mettra un pays en rage. С пацифистом так будем торговать, что милитаризм сбоит. Мистер Ленин, пусть этот подарок доставит вам маленькую радость. Обратите внимание, та обезьянка рассматривает человеческий череп, сидя на книге мистер Дарвин. Это происхождение вида. Да, пожалуйста. А что означает эта аллегория? Это когда я покупал это в Англии, я думал, обезьянка имеет размышления над эволюцией человеческого рода. Да. Забавная штукенция. Забавная штукенция. Спасибо за подарок. О, пожалуйста. Как ваш русский? Russian, мистер Ленин, у меня есть такой, знаете, секретный способ. Это 100 слов в день и нахальный разговор. Я даже делал русское выступление перед рабочей Урала. Да? Да, да, они все поняли, все. И так аплодировал очень оглушительно. Я долго им поклонялся. Они снова шумели и делали овации. Я опять пошел поклоняться. Да. Мне было так очень приятно, что я так эффективен для русских рабочих масс. Я опять пошел это поклоняться. Но тут мне сказали, что я им уже надоел, мистер Ленин. Простите, не понимаю, а почему? Так, они хотели перевода, а не меня. Там русский, они приняли за настоящий английский. А, это дело поправимое. I hope so, yes. Да, лишь бы дома вас ваш английский кое-кто не принял за русский. Wow. И не отбил бы охоты заниматься бизнесом в России. Но бизнес есть бизнес, но Россия – это любовь. Это а Библия говорит, в начале было слово. Несем поправку и скажем, что в начале был асбестовый рудник в Алапаевске. Да. Прошу вас, кстати, как там идут дела? Меня иногда, знаете, пытаются кормить сладенькими сказками. А, это дела, мистер Ленин, дела, это было плохо. Это было плохо.
Это было волнение, это был голод, и люди умирали так. Но голод был не из-за хлеба. То есть? Я покупал. Я отправил из Петрограда 2 эшелона зерна, но они почему-то потерялись. Я нашел их в 50 миль от Екатеринбурга, на такие запасные пути, маленькая станция. Они простояли там больше месяца, и комендант этой станции мне сказал: «Хаммер, вы есть деловой человек, это бизнесмен, дайте мне 500 пудов зерна, это полвагона, и ваши эшелоны отправятся в путь». Да, было по-айски. Умирали люди. У нас есть 3 врага. Комчванство, безграмотность и взятка. Я за расстрел по таким делам. Да, но Урале имели такое же мнение, да. А у вас на родине обязательно напишут еще одна невинная жертва большевистского террора. О, мистер Ленин, это каждый делает его игра. Но я не политик, я бизнесмен. Я хочу торговать. Я всех уговариваю торговать с вами. Можно? Да, прошу. Но, мистер Ленин, одни боятся, а другие так не хотят. Почему не хотят торговать? Well, это когда я начинал говорить с мистером Фордом, он мне дал мне рот открыть. Он сказал, русский рынок огромен, имеет грандиозные возможности для его машин. Он, Генри Форд, не пошлет сюда и гайки до тех пор, пока власть в России не сменится. Пусть они корректируют свои законы. Мистер Форд, я сказал, если вы ждете смены власти в России, чтобы торговать с ней, я боюсь, вам никогда не придется торговать с ней вообще. Даже Чичерин не сказал бы лучше. Да, спасибо, мистер Ленин, да, да. Да, он мне прямо сказал, это why do you think I'm crazy? Почему ты думаешь, этот я сумасшедший? Это почему я, Форд, должен помогать своим... Это слово... своим могильщикам, понимаете? Что, Форд читал коммунистический манифест? Извините, я думал о нем хуже. Я говорил, мистер Ленин, что если не Чичерин, то правая рука Чичерин, вы меня можете делать смело. И конец разговора, экономика начала теснить идеологию. Знаете, мистер Хаммер, еще до революции мы знали, что когда придет победа, нам надо... будет как-то строить свои отношения с миром капитала. Очень просто. Очень просто, мистер Ленин. Делать деньги вам свой, нам свой. Вы так считаете? Уверяю вас. Это поразительно интересное занятие. Мистер Ленин, это из воздуха делать миллион. Да, вы не согласны со мной. Нет, допускаю. Вы не согласны. Допускаю. Значит, торговать. Да, конечно. Значит, торговать. И пусть идет соревнование. Вот двух систем. Вот ваша, okay. А вот наша. Okay, я вам добавлю. Спасибо, не надо. Ну, вы богаты. Да, не надо, мистер Ленин, я за мой это спокойно. А я за свою спокойно. Я за мою систему. А я за свою спокойно, мистер Ленин. Мы вам чакры, мы вам технологии. А мы вам золото, асбест, пушни. Мы вам изобретение. А мы вам древесину, пока древесину, потому что я за мой спокойно. А я за свою спокойно, мистер Хаммер. Well, это настоящая игра, это мы нуждаемся друг в друге. Еще как. Да, да. И пусть мир, если вы не возражаете, следит за этой игрой, делает свои выводы. Окей. Это честная игра, это честная, это каждый делает его выбор. Каждый делает свой выбор. Да, свой да, выбор. Спасибо. Спасибо, мистер Ленин. Мистер Ленин, вы мне да. чертовски нравитесь. Вы есть... Как это? Вы есть изумительный идеалист и романтик. Мистер Хаммер, вы знаете, почему я так обрадовался? Почему я так обрадовался вот этой замечательной игре? Вы нам паровозы, мы вам древесину, потому что сегодня борьба перенесена в эту плоскость. Только образ жизни народа и уровень жизни народа ответит нам на вопрос, капитализм или социализм. Вот почему нам не нужна война и почему мы жаждем разоружиться. Если бы это стало реальностью, но, вы знаете, у нас это боятся, что вы обманете. У меня
Знаете ли, закрадывается мысль, не раздевают ли нас нарочно. Ведь кому-то выгодно, чтобы мы отрывали эти миллиарды у своего хозяйства. Ведь кто-то хочет, чтобы мы никогда не занимались своим прямым делом. Вот вам парадокс. Мечтаем о мире, а вынуждены, обязаны быть готовыми к войне. Поэтому передайте все, мистер Хаммер. Иного пути, кроме мирного параллельного существования, у нас нет. Торговля, обмен культурными ценностями – это огромные перспективы. Достижение культуры является собственностью всего человечества. Шекспир, Леонардо да Винчи принадлежит русским в равной степени, как Пушкин или Толстой, англичанам или итальянцам. Oh, I think so, yeah. Имеет ли право правительство лишать свои и чужие народы вот этих источников разума, добра и справедливости? Поэтому, знаете, блокады, изоляции, экономические, культурные противоестественные, в конце концов, они превращаются в бумеранг. Thank you, you're so kind. So I wish you to keep your home fast burning. Это как у нас говорят, пусть долго дымится труба вашего дома. Знаете, мистер Хаммер, для каждого большевика есть три святых слова. Мир, хлеб и свобода. Без первых двух, третья фикция. Поэтому из миллиона проблем для меня есть две главные. Хлеб и мир. Каждый мой день начинается и кончается этим. Вы знаете, в чем сегодня долг честных вождей народов? Не допустить, чтобы естественное и неизбежное наше соперничество перешло за ту черту, за которой обезьяна будет с удивлением рассматривать человеческий череп, не зная, что это и откуда оно взялось. Я вам должен верить на слово. Владимир Ильич, у меня газет с собой нет. Только взглянуть. И только одним глазком. И только на свою статью. Ну и достанется же мне. Вот. Действительно красиво. Владимир Ильич, ваша статья там. Очень красиво. Владимир Ильич, ну... Здесь красиво. И здесь, смотри, какие мы молодцы. В 20-м году торговали с 7 странами, сегодня уже 28. Владимир Ильич. Так, сейчас совсем хорошо. Так, еще 5 нефтяных вышек пустили. Владимир Ильич. Прекрасно. Да, пожалуйста, Маша. Давайте садитесь. Садитесь и подытожим нашу с вами работу. Так, Машенька, это наши диктовочки. Так, пожалуйста. Значит, это национальный вопрос. Одно слово. Одно. План построения социализма. Тоже одно слово. Индустриализация, кооперация, культурная революция, все по одному слову. А, это ответ Суханову. Это 2,5 слова. Машенька, как вы думаете, вот на такую книжку, книженцию, потянет, а?
Еще как потянет, Владимир Ильич. А книга, Машенька, как напомнил мне один очень умный человек, это есть духовное завещание одного поколения другому. Приказ часового уходящего на отдых часовому заступающего на его место. Ну, согласны? В общем. И в частности, поверьте мне, Машенька, возьмите эту папочку и положите ее в верхний ящик письменного стола. Туда же положите письмо к съезду и все это заприте. Все это заприте. Мартов тоже умирает. Я не имею права говорить об этом. Вы хотя бы сами-то читали? Я не должна. Я спрашиваю, это так? Так. Ой, как мало прожито. Как много пережито. Помните, как он однажды написал: в России только два коммуниста, Ленин и Калантай. А в Женеве опубликовал статью, в которой назвал меня политическим мертвецом. И дал ей, знаете ли, чудный, остроумный подзаголовок вместо надгробного слова. Ай, какая ты умница. Жаль, не было его с нами, очень жаль. Какой чистый человек, какая умница. Да, результатом политической деятельности этого чистого и умного человека может быть лишь самое грязное и кровавое господство буржуазии, вплоть до монархии. Варвара Михайловна, завтра съезд. Скажите, как вы будете голосовать? Против вас, к сожалению. Иначе вы перестанете меня уважать. Я привезла вам из Питера теплый шарф. Надя просила. Нет, простите, не надо. Извините, это какое-то двуличие получается. Если я рву политически, я рву лично. Простите. В этом случае мне полагается уйти. Но я не уйду. Мы с вами не один пуд соли съели. Я хотела вас предупредить от себя, от многих ваших товарищей, которые сейчас в рабочей позиции. От поспешности и от ошибки, если хотите. Нельзя быть таким нетерпимым. Давайте предупредите. А вы знаете, что между нами произошло? Вы не хотите подпускать рабочий класс к государственному управлению. Вот в этом корень наших расхождений. Мечтаю, Варвара Михайловна, мечтаю. Но скажите, разве сегодня знает каждый рабочий, как управлять государством? При нашей нищете, безграмотности, безхозяйственности, безкультуре, это же сказки, Варвара Михайловна. Простите, но не вы ли говорили, что социализм – это освобождение сил труда? Но ведь бюрократическая система не освобождает, она сковывает эти силы. Отсекая рабочего от управления экономикой, она снова превращает его в наемного, но не частным лицом, а государством, раба, которому ничего не будет интересно. Кроме одного, сделать поменьше и получить побольше. Простите, но не вы ли говорили, что если забьет фонтан творческой инициативы масс, дело социализма обеспечено? Говорил, Варвара Михайловна, это один полюс руководства партии государством, другой полюс. Замкните цепь демократического централизма, получим социальное электричество, какого мир не видел. А нарушим правильное сочетание между демократией и централизмом, получим или вас со Шляпниковым. Централизм. Или Троцкого централизм без демократии. А как мы ставим вопрос? Партия, авангард, класс руководит массу рабочих, просвещая, готовя эту массу. Поэтому профсоюзы для нас школа. Я вам тысячу раз об этом говорил. Школа управления, хозяйничание, коммунизма. Готовим массу рабочих, потом крестьян, чтобы они, в конце концов, взяли в свои руки управление всем народным хозяйством. Это путь на десятилетия. Это целая программа.
между величием задачи и сегодняшней нищетой, материальной, культурной пропасть, если будем умными, перепрыгнем. А пойдем за Шляпниковым и Колонтай, сломаем себе шею. Это с одной стороны. А с другой стороны, Варвара Михайловна, где уж полный разрыв с коммунизмом, партия-то вам не нужна, товарищи. Партия-то вы по боку. Это совсем не так. Как нет? Все нет. Вы просто не договариваете до конца. Но вся ваша платформа – это отрицание самой необходимости в партии. Вместо партии – профсоюзы. Или и партии, и профсоюзы на равных. И не вместе, а друг против друга. Мы оставляем за партией, простите, общее идейное руководство. Но требуем, конечно, фактической независимости профсоюза. Извините, Варвара, если фактическая независимость, какое к черту общее идейное руководство? Игра в слова, просто абракадабра. Или у партии единство и общие цели с профсоюзами тогда не могут не быть политически связаны друг с другом, или свобода, пожалуйста, независимость. Но от чего? От целей? От общего руководства, да, что фактически? Отрицаем руководящую роль партии, создаем некую новую, третью силу. Становимся магнитом для всех недовольных. Боремся, конечно, за рабочую власть, только, пожалуйста, без коммунистов. Вы же говорите, без коммунизма. Но я чувствую, куда вы клоните. Да нет, это не я, это жизнь вас туда склонит. Логика фракционной борьбы, знамение времени. Сегодня никто, ни сэры, ни меньшевики, ни белогвардейцы, никто против власти рабочих, против советов не выступает. У всех вас партия! Поперёк глотки. Помилуйте, так нельзя, Владимирович, я все-таки женщина. Да бросьте! Вы прежде всего политический деятель. Когда рабочая оппозиция выступает под гром оваций заграничной белогвардейщины, здесь есть о чем подумать всем. И партии Шляпникова, и Колонтая, и вам, Варвара Михайловна. Это про Троцкого, вы этого сказать не можете. Про Троцкого в первую очередь. Владимир Ильич, вы не боитесь оказаться в одиночестве? Мы не правы, Троцкий не прав. Хорошо, Варвара, дорогая моя, в чем прав Троцкий? Мы давайте разберемся, в чем прав Троцкий? В том, что вот как он полагает, что этой стране для выхода из разрухи необходим хозяин. Необходима твердая, сильная рука, способная завинтить гайки. Но этой стране не нужен хозяин. Ей нужен, чтобы каждый трудящийся чувствовал себя хозяином и был им на самом деле. Очевидно, он исходит из того, что развитие экономики в этой стране возможно, только на этих основах. Так извините, на этих основах можно только построить партию с народом. Еще до революции я говорю, что тот, кто хочет идти к социализму по другой дороге, помимо политического демократизма, тот неминуемо придет к самым нелепым и реакционным выводам, как в экономике, так и в политике. Я не узнаю вас. Да почему же, Варвара, я ведь тоже человек, дорогая моя. А знаете, почему я так безоглядно бросился вот в эту драку? Вы думаете, здесь про профсоюзы? Нет, это только на поверхности. Здесь спор о том, что мы строим. Военно-административное государство, казарму под вывеской «социализм» или общество, в котором свобода развития каждого является условием свободного развития всех. Здесь спор об отношении партии рабочего класса, партии массы. Как правило, убеждать или, как правило, принуждать. Где убеждать, где принуждать, каково соотношение? Насиловать и гнуть людей там, где нужна добрая воля, или вести их за собой силой? Разума, силой примера. Варвара Михайловна, давайте изнасилуем сейчас. Ну давайте изнасилуем сейчас, а чем нам аукнется потом? Что пожинает посеявший ветер, а? Что, часто говорю, да, вот так, да. Гожиный раз на «э» в том самом месте. А ведь этот вопрос лакмусовая бумажка, она сразу показывает, кто перед тобой. Большевик или... Впрочем, лучше промолчать. Если строить социализм и при этом напрочь, напрочь забыть о демократической организации общества, конечно. Тогда, знаете, возможно все. Тогда крестьянство – это не союзник рабочего класса, а враждебная сила, которую надо держать в узде. Тогда ни в коем случае нельзя принимать массы к участию в управлении хозяйством. А только в этом залог полной победы революции. Тогда партия подменит класс. Троцкий партию. И вернее, партии ему вообще не нужна будет. Вместо партии ему потребуется растленная иерархия. По ступени, которые будут спускать Салим по своим приказам, а где же люди? Где же колонна марших Рахц? Где цвета колонна марших Линштейн, Лигнабен? А после работы будут хором кричать: «Да здравствует Троцкий!» Чего такая ярость, Владимир Ильич? Это то, ради чего рабочему классу надо было пролить столько крови, принять столько мук. Вы знаете, вот такой порядок может нравиться, простите, только хлыму, ничтожеству, который ничего, кроме ненависти и омерзения, вызвать не может.
Требуйте от меня спокойствия, не допускать горячки. Когда думаешь, я не уступлю в этом. Азартный вы человек, но мы тоже не собираемся уступать. Ну хорошо. Ну хорошо, Варвара Михайловна. Ну и к чему мы придем в таком случае? Отдадим себя на волю съезда. Варвара Михайловна, мы пережили год исключительный. Мы позволили себе удивительную роскошь дискуссий и споров в неимоверно трудных условиях, когда мелкобуржуазные стихии пытаются схватить нас за горло. Враги наши, а ими легион, повторяют и называют 100 устную, 1000 устную молву. Если у большевиков дискуссии, значит споры. Если споры, значит раздоры. Если раздоры, значит коммунисты ослабели. Напирай, лови момент и хватай их за горло. Поэтому задача наша, рассмотрев надлежащим образом все мнения, все оттенки мнений, все оттеночки, почти что оттеночки, взяв все нужное и полезное и категорически отвергнув все вредное и ненужное, задача наша выйти из дискуссии и споров более крепкими, более сильными, более сплоченными, без малейших следов фракционности, чтобы действительно оправдалась пословица «Нет худа без добра». К сожалению, товарищи, у нас худо оказалось немного-много. Да, а добра немного-мало. Но добро все же было. Партия не могла в этой борьбе за определение путей, методов и средств кое-чему не научиться. Политический вывод из современного момента – сплочение и единство партии. Экономический вывод – не удовлетворяться тем, что сделано. Искать новых путей, применять и испытывать это новое. Да, сегодня мы несовершенны. Но знаете ли, товарищи, вот первая паровая машина, когда она была изобретена, тоже была плоха. Даже вообще-то, извините, неизвестно, работала ли она. Но зато мы теперь имеем паровоз. Пролетариат не боится признаться, что в революции у него что-то вышло великолепно, а что-то не вышло. Все революционные партии, которые до сих пор гибли, гибли от того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что мы не боимся говорить о своих слабостях и научимся преодолевать эти слабости. Мы идем первыми, дороги не хожены, и это не может не сказаться. Но самое главное – не ошибиться. Не ошибиться, верно определить пути, методы и средства достижения цели. Для партии, которая окружена могущественнейшими и сильнейшими врагами, которая несет на себе неслыханное бремя, это действительно самое главное. Никто в мире не сможет скомпрометировать коммунистов, если сами коммунисты не скомпрометируют себя. Никто в мире не сможет помешать победе коммунистов, если сами коммунисты не помешают ей. Мы нашли верную дорогу. Не сворачивать. Не сворачивать. Так победим. Товарищи делегаты, приступаю к поименному голосованию резолюции, предложенной Владимиром Ильичем Лениным. Аболин. За. Александров. За. Антонов. Против. Анохин. За. Ахундов. За. Буровцев. Против. Бауман. За. Беленький.